Так. Екатерина меня спрашивает, как научиться говорить своему партнеру про то, что хочется в интимные моменты, а не рассчитывать на то, что он догадается. Не рассчитывайте. Вот просто вот, присутствует очень большое стеснение, что меня не поймут. Это действительно очень большая проблема, связанная с тем, что нету языка, нету формата разговора, да? Давай поговорим о сексе. Ну вот, уже само по себе звучит, когда давай я залезу куда-нибудь под стол. Вот, да, поэтому это действительно как бы сложная вещь. Особенно это связано с тем, что значит, вообще мужчинам говорить про чувственные вещи очень сложно. Ну то есть вот чувственность – это для них такая зона «тонкий лед». Значит, не пускай, не надо, да, чуть потолще. Вот, значит, да, поэтому, значит, действуйте последовательно. Значит, во-первых, сами начинаем не с себя. Вот, если вы что-то хотите от кого-то, вот, он же не собирается с вами разговаривать, да, вот, вы хотите, вот, поэтому начинаем, так сказать... Вот. Надо понять, что ему нравится больше. Ну, что-то вы уже, я думаю, как-то понимаете, что ему нравится больше, что ему нравится это, нравится так. Вот. Акцентируйте то, что вы делаете то, что ему нравится. Показывайте ему, что вам нравится то, что ему нравится. Можете деликатно спросить, что еще, ну, не что еще, а давай так. Нравится, не нравится, значит, условно говоря, это такое, как бы, как в темной комнате вы ходите, понимаете, пытаетесь обозреть слона, вот, ощупывая его нежно, так сказать. И когда он почувствует, что вы в целом, только не делайте это сразу, стремительно, в первую, как бы, ночь после того, как я все это вам рассказал, потому что он может решить, что с вами что-то пошло, что как-то... Вы имели какие-то дополнительные опыты в жизни, вот, и это может вызвать стресс. Вот, поэтому не торопясь, вот, вы уже 10 лет терпели, ничего, чуть-чуть еще можно спокойненько. Вот, да, для того, чтобы дать ему ощущение, при котором он может как бы высказать и сформулировать, ну, как бы показать, по крайней мере, ткнуть пальцем на то, что ему приятно, и то, что, от чего он испытывает удовольствие. Вот. Как только вы начнете говорить про удовольствие и как бы преследовать удовольствие партнера, то вы здесь вполне можете рассчитывать на то, что вы можете сказать про свое, на то, что вы можете сказать, что вам может понравиться и так далее, что бы вы хотели попробовать. Вот. И как только вы вот находитесь в конструкции, что вы, понимаете, тут надо же как, вот, как девушки делают, если не про секс. Вот. Они как делают? Они так вот, чпок, так вот, чпок, и дальше смотрит, нравится, вот нравится. И вот чпок-чпок, и он такой дын-дын-дын. Ну вот и так вот с сексом тоже надо такое делать.